در جمهوری تاجیکستان برای دستگیری صاحب کارا یک قطار امتیازها موجود بوده برنامه‌های مخصوصی دولتی قبول و موردی تطبیق قرار دارند با مقصد بلند برداشتن سطح دانشی مالیوی صاحب کاران در آسایشگاه بهارستان شهر گلستان با دستگیری کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی جمهوری تاجیکستان مرکز رشد انسان سما بیزنس سمینار تشکیل نمود در رفت تدبیری مذکور بیش از 120 نفر صاحب کاران وطنی و خارجی اشتراک نمودند در دایره برنامه مذکور موضوع‌های ساختن بیزنس استراتژی اداره کنی دریافت میزاج و جاری نمودن طرز حیات سالم مورد محاکمه قرار گرفته شد صاحب کاری موفق سید مراد دولتوف به اشتراکچیان راههای برآمدن به بازار جهانی ساختن جایهای نوی کاری و دریافت همکاران خارجی را به اشتراکچیان آموزانید گفته شد که رشد صاحب کاری امکانیت میدهد که در حال کشور یک قطار کارخانه های خرد و بزرگ ارزی هستی نماید اشیای خامی وطنی پورا مورد کارکرد قرار گیرد نرخ و نوا در بازار کاهش یابد جایهای نوی کاری تشکیل کرده شده به این وسیله صفی مهاجران کم گردد مقصد اساسی ما علم دادن چی با؟ چه که از علم یکونه چیز است که در همین جمعیت امروزی ما یک حقیقت می سازد بسیارتر می خواهیم که صاحب کار را دستگیری شده شود چی با که چه قدر صاحب کار بسیار شد همه قدر جای کار بسیار می شد همه قدر اقتصاد بالا می رد همه قدر درآمد زیاد می شد همه قدر شرایط مردم زندگیش نرم می شد برابری اشتراک در سمیناری مذکور صاحب کاران خارجی از قزاقستان و روسیه و آمریکا از جایهای تاریخی و منظره های دلنشینی ولایت دیده نموده به طبیعت تاجیکستان بهای بلند دادند После встречи с наставником господином Саимрат Давлатом моя жизнь изменилась на 360 градусов. Я уже третий раз участвую в этом семинаре. Вот. После встречи с Давлатом моя жизнь, сказать полностью на 360 градусов изменилась. В каком плане? Мой доход вырос 5 раз. Раньше я зарабатывал где-то 5 миллионов, сейчас можно сказать даже 50 раз. Сейчас уже после этого я нашел себе партнеров, как вести бизнес, структуру. И я развивался не только что в бизнесе, душой и телом, в духовном плане. Потом это, честно сказать, мое впечатление по Таджикистану. Я уже 10-й день здесь, ну, можно сказать, я 10-й день в раю. Если есть на земле рай, тогда на Таджикистане. Благодарю нашим друзьям Таджикистана, которые за такую организацию мероприятия. После этого тренинга я, мое знание увеличился. Я сейчас стал мыслить как миллиардер. Я являюсь руководителем компании «Ласпида» и компании «Эфир». Я приехал на этот мини-мастер-класс с задачей решить дальнейшие задачи в своем бизнесе. Я вообще посетила до этого 3 мастер-класса, но поняла, чтобы бизнес рос, чтобы он дальнейшее приносил еще больше плоды, надо мне дальше учиться, потому что понимаю, что по мере роста компании, оказывается, тормозом бизнеса является сам бизнесмен, который этот создал бизнес, потому что у него не хватает умственной энергии, не знает знаний, как дальше вести эту компанию. Потому что когда компания растет и количество сотрудников больше становится, тут уже больше масштаб мышления нужен. Я очень благодарна государству Таджикистан. Так как мы приехали в это государство, нас очень тепло встретили, начиная с границы. Нас встретили со словами «добро пожаловать». Я приехала с маленьким ребенком 10-месячным, поставили мне стул. Это тепло, которое началось с границы, и оно сейчас до сих пор продолжается. Традиции этой страны, действительно, понимание людей, доброта, теплота, это вообще воодушевляет. Сама природа, тут очень классно. Я вот, честно говоря, решила, дай Аллах, в этом году взять свою семью тоже, родить маму нашу и приехать сюда отдыхать. Я думаю, это нам, когда мы собирались сюда ехать, нам говорили, что это рай земли. Я и убедилась, что это действительно это рай земли. И сюда можно действительно как туристы приезжать и отдыхать. Я очень благодарна вашей стране и вашему народу. برگزاری چنین سمینار مشورت ها از یک طرف بر رشد صاحبکاری تکان جدی بخشد از طرف دیگر بر رشد سیاحی نیز زمینه میگذارد باید گفت که توریسم یا سیاحی از سردرآمدترین ساحه های اقتصادیات کشورهای علاهیده بوده تاجیکستان صاحب استقلال نیز دارای بهترین شرایط برای ترقی دادن ساحه سیاحی میباشد اگر انمین 120 نفر نماینده دولت های دیگر وقتی آمدند و تأثیراتشان را نسبت تاجیکستان به آیله های خود نقل کردند یعنی اعضاهای آیله های آنها می توانند در باره تاجیکستان فکر و عقیده های خود را باز به دیگر همسایه های خود به همسینف های خود همسبق های خود نقل می کنند و علاقه شماره انمین سیاهانی که به تاجیکستان تشریف می بیارند زیاد می شود برای انمین رشد سیاهانی
سیاحی جلبی انمین نماینده های خارجی خیلی ضرور است و من گمان میکنم که اون اشتراکچانی که در سمینار بودند یعنی که با تأثیرات تازه با انمین یعنی که فکر و اندیشه هایی که تاجیکستان کشوری بهشت احساس است و کشوری خود برمیگردند. رشد بخش خصوصی از جمله صاحبکاری یکی از سمت‌های اساسی سیاست اقتصادی در کشور بوده تا امروز دایر به تقویت شریکان دولت با بخش خصوصی دستگیری دولتی صاحبکاری یک قطار کارهای نظر است به انجام رسانیده شده است. بیزنس سمینار مذکور از سنه 21 آغاز گردیده و دوام 5 روز برگزار گردید و اشتراکچان دانش‌های نو را برای رشد صاحبکاری‌شان از خود نمودند. Добрый день, Таджикистан. Меня зовут Тусибекова Шолпан, мне 55 лет, я бизнесмен. Приехала в Таджикистан на семинар Довлатова за знаниями. Мы, кроме того, что получили профессиональные знания, мы открыли для себя новую страну Таджикистан. Для нас это была в представлении другая страна. Мы сегодня открыли фантастическую страну с богатой культурой. У вас уникальные люди ручной работы. У вас уникальные бизнесмены, у вас очень на высокий уровень поставлено почтение человека друг другу, у вас очень уважают женщин. То есть для нас было это вот такое большое открытие. Кроме того, что мы получили профессиональные знания, мы очень рады, что открыли для себя Таджикистан. Я Альбина, я приехала из города Чимкент, это Казахстан. В данный момент мы находимся на удивительном обучении для предпринимателей и бизнесменов. Это незабываемые ощущения, это такие знания, которые позволяют каждому человеку, независимо, насколько он большой, крупный предприниматель или средний, получить базовые знания, как правильно строить бизнес, какие ошибки нельзя совершать. Эти знания помогают быть грамотным, получать результаты, в самом начале видеть... В самом начале своей цели видеть конечный результат. Огромная благодарность администрации и руководству пансионата Бахаристон. Это сказочное место, где мы с удовольствием проводим 5 дней. Мы учимся, мы тренируемся, мы делимся впечатлениями. И что удивительно, здесь находятся представители, участники из нескольких стран. Это из Таджикистана, это из Киргизии, из России, из Казахстана. Наши страны, они взаимодействуют, растут и общаются. Я получил очень много знаний на данном мастер-классе о том, как вести бизнес, как его развивать, как правильно подбирать партнеров и многие другие знания, которые, конечно же, я использую в будущем и для развития нашего бизнеса в Америке, также и для развития международного бизнеса. Очень интересные впечатления. Я поражен гостеприимством местного населения. И очень здоровский отель, очень гостеприимные, все здесь, все радуются, все улыбаются, и классное настроение у всех. Поэтому я очень доволен и также хочу сюда приехать еще не один раз. Я, вы знаете, в большом восторге от Таджикистана. Я для себя открыла новую страну для семейного отдыха. Для нас Таджикистан, для казахстанцев, была страной как-то, ну, загадкой. Мы раньше в Советском Союзе, наши родители приезжали в Душанбе, то есть как-то мы контактировали, и потом эта связь была потеряна, и сейчас, я думаю, будет восстанавливаться эта связь, этот путь, и здесь прекрасные условия для туристов. Прекрасные условия. Какая у вас шикарная кухня, какая у вас прекрасная погода, какие у вас замечательные люди. Когда мы пересекли границу, это было очень сразу же контрастно видно, потому что таможня нас встретила с улыбкой, несмотря на то, что было уже 2 часа ночи. Нас все замечательно, доброжелательно встретили, проводили. Сама таможня какая чистая, новая, выстроена как надо, с удобствами, со всеми комфортно. И самое главное, когда мы приехали в отель «Бахаристан», нас здесь встретили с целым шоу. Мы, конечно, вообще были настолько в восторге. Накрыты были огромные длинные столы с фруктами, с такими фруктами, которых, конечно же, в Казахстане не везде они есть. И в это время года у нас в столице, конечно, нет еще ягод, фруктов.
Большое огромное спасибо руководству отеля «Бахористон», организаторам. Это все было в национальных костюмах, с национальными инструментами, с национальными танцами. Мы были в восторге. Для меня, конечно же, Таджикистан просто теперь большая такая дружественная страна, в которую мне хочется возвращаться. И я обязательно приеду сюда с семьей и со всеми своими друзьями. Спасибо вам, что вы такие замечательные. Добрый день, самые просветущие, самая яркая, самая духовная, великая страна Таджикистан. Приветствую вас из Казахстана. Я из города Актау. Я побывала в 3 мастер-классах. Когда я первый раз посещала в нашем Казахстане, был город Боровой. Мы там участвовали первый раз. Я первый раз познакомилась с Эдмиром Давлатовым. Я тогда у него учился, как достигать цели. И как научилась, получила у него какую-то духовную энергию. После Борового, после первого мини-мастер-класс, мы применяли все его знания в своем бизнесе. И у нас через 1,5 месяца увеличивалось на 2 раза больше доход. Потом на 2-й раз после 1,5 месяца был 2-й мини-МКП, мини-мастер-класс в городе Чимкенте. После Чимкенте мы у него научились, как работать с партнерами. Вот. После Чимкенте у нас был такой результат. Мы открыли 2-й бизнес, реализация продукта питания. И это бизнес мы начали с партнерами. Вот. Как работать с партнерами, как набрать себе партнеров, мы у него учились. Я очень благодарна свыше Аллаху, то, что я 3-й раз, слава Аллаху, благодаря Аллаху, я 3-й раз узнала себя, открыла новую страну, новую святущую духовную страну Таджикистан. Мне здесь очень понравилось, когда мы когда первый раз были в Душанбе, мы почувствовали такое духовность. У нас сердце прям разрывалось, наши глаза такие горели от вашей красоты, вашего страны. Я всегда подумал, откуда он такой великий, откуда у него вот такая энергетика. Я это поняла, когда пришла в Душанбе, пришла в Худжанд, очень гостеприимный народ, очень дружелюбные, приветливые. Могу сказать, что это вы великий народ, вы очень духовные, очень духовность я прям почувствовала. Спасибо вам за наставника нашего великого Саидмурата Раджаповича Давлатова. Вот прошла 3-й мини-МКП, я поняла, пока я не получу вот это $1 000 000, я не стану миллиардером, я буду только учиться у Саидмурата Давлатова, учиться, еще раз учиться. Гузорчи Мастана Мидилозода, Сойроби Мансур ва Абдухаким Керимзода барои барномаи Ахбор.